Всем привет! Сейчас я вам сделаю видеообзор распашного лифта по адресу Верхняя Масловка, ой, Петровско-Разумовская, дом 2, подъезд 3 только сделаю, потому что я только здесь код знаю, это Москва, а больше я без универсалок и с ограниченным временем, поэтому только здесь. Один лифт сниму. Вот он, распашничок. Конечно, баян тот еще, но все равно. Хорошо его снять. Вон он идет. Идет. Заходим. Открываем двери. Вот. Мы находимся в таком лифте. С таким светильником, который был только в распашных лифтах. Голубые стеночки. И приказ PL2106 или 2006. Точно не знаю. Но вот он очень редкий и ставился как раз в этот период. А лифт этот 60-х, 65-го, по-моему, годов. Через окна видно, как мы проезжаем этажи. Приехали. Открываем двери. Аккуратненько. Это замок срабатывает на режим занято. Запирает дверь. Когда становится режим занято, дверь закрывается. Тут вот такое окно довольно грязное, мало чего можно увидеть. Это 5-й этаж. Ой, тут держать надо кнопку всегда. Пойдем дальше. Тут всего по 2 квартиры на этаже. Это дом индивидуального проекта для городка художников. Был построен в 36 году. Однако лифты здесь с 50-х, 60-х годов. Обратите внимание на зовники. Зовники здесь ВП-30. Опс. И все. Пойдем еще ниже. Это будет и слайд-шоу, и обзор. Третий этаж. Кто-то зашел. Нет? Просто показал сквозняк большой. Вот. Это второй этаж. Кнопки светятся везде. Зайдем. Прокатимся наверх еще, давайте вниз и все. Опс, чуть было не застрял. И опять что-то не едет. Ладно. Что-то с лифтом. Не всегда срабатывает. Можно и тут и это. И застрять. Я уж не буду еще раз кататься, но надеюсь, все будет с лифтом хорошо. Просто немножечко на кнопку стоп заглючил. Вот еще раз пройду и все. Вот. Такой старый подъезд с капитальным ремонтом, не проводившимся.
с даты постройки. Спасибо всем за просмотр. Тут даже есть старое устройство. Наверное, домофон, кодовый замок старый. Всем пока. Надеюсь, обзор вам очень понравился на такой древний лифт, который уже и в Москве стали редкостью.